Так, это что у тебя? Рассказывай. Ружье. Какое? Более на 32-й, по-моему. Ты делал его? Ну да. Ты на войну собирался? Рабочая. Рабочая? Для чего оно тебе? Серьезный ты человек. Вон пыжи стоят. Шесть штук, да? А чё ключ? Это от того гаража. О, ключ нашли. Кинь в кого-нибудь. Запрещенные вещества, приметы на территории Российской Федерации в данной квартире имеются? Ну, то, что я вам говорил. Давай показывай, где это. А? Показывай, доставай. Вот воздушка стоит, которую вы видите. Доставай. Воздушка, да? Доставай все. А? Доставай, доставай. А нас не интересует, что приобрел ее. И порох. Остальное. Боеприпасы. Дробь. Порох. Вещество, наверное, похожее на порох. Это банка, Саш. Заводская, я так понимаю. Заводская. Порох, сокол. Сокол. Не открывал еще? Нет, запечатанное. Нет. Запечатанное. Здесь, говоришь, порох? Порох, да? Да. Еще одна банка. Тоже не открывал еще? Там. Дымный порох. Черный. Угу. Примерно треть банки. Что это за провода у тебя лежат здесь? Да это я со свалки принес. Зачем они тебе? Ну, просто, чтобы это чисто знать. Хотя бы до зарплаты было все. Понял тебя. Хотя бы на сигареты, чтобы были. Саша, держи. А, ну это понял тебя. Это эти. Как их называют? Холсты. Да.